А что знают наши соотечественники о Николае Николаевиче Миклухе Маклае? Миклухе Маклай говорит, но я не помню, что он открыл. Да, я слышал имя, как слышал на слуху, а как сказать тоже не смогу, наверное. К сожалению, у меня о нем ничего не помню. Ну да, я знаю, даже анекдоты знаю. А какие? Ой, лучше не надо. Я не занимался этими изучением его биографии, поэтому сказать трудно. Что слышал о таком? Просто имя и фамилию. А каких русских путешественников вы знаете? Наверное, тоже не смогу ответить. Сходу не скажу. Надо немножко подумать. Так я на этот не смогу ответить вопрос. Надо подумать, конечно. Не знаю, честно. Вообще-то я по географии не очень. История России состоит не только из войн, революций и героической борьбы. Есть в ней известные музыканты, деятели культуры, писатели, а также путешественники и великие гуманисты. Их имена и деяния не должны предаваться забвению. А потомки должны не просто знать и помнить их, а всецело пользоваться плодами их трудов, понимая их важность в формировании современного мировоззрения, ощущая себя в пространстве и времени единым народом, одной страной. Думаю, что это важно и актуально, потому что, во-первых, хорошо бы освежить память жителей нашей страны о том, кто такой был Николай Николаевич Миклухе Маклай. И какой, не побоюсь этого слова, он научный подвиг совершил.